Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hardreset Info, а перед нами ZTE Blade V8 Lite. И в этом видеоролике мы вам покажем, как на этом телефоне включить или выключить автоисправление текста. Для того, чтобы это сделать, мы открываем клавиатуру этого телефона в любом удобном для нас приложении. К примеру, вот в поиске Google, после чего мы нажимаем на вот этот вот значок в левой части клавиатуры. Вот так вот он выглядит. И переходим в настройки клавиатуры, где выбираем пункт «Умный ввод». И здесь мы видим автоматическая коррекция, которую мы можем включить или выключить. Здесь уже все на ваш вкус. И на этом будем заканчивать. Больше видеороликов про данное устройство найдете у нас на канале, так что подписывайтесь, ставьте лайки и всего хорошего. Пока!